Для начала мне нужно купить какую-нибудь гирлянду, чтобы поддержать новогодний дух. Ибо по моему лицу не скажешь, что у меня типа ну, новогоднее настроение. Новогодний дух? Да. Томми Голубой петух. Спешно. Все, новогодний дух создан, и вместе с вами я хочу подвести итоги этого уходящего года, так как Новый год – это отличнейшее время подарков, и я хочу вам подарить подарки. Первый подарок – это конкурс на шапку Lyle Scott. Он будет в группе «Свалка», ссылка будет на нее в описании. Все, что вам нужно сделать – подписаться на эту группу и репостную запись, закрепленную в этой группе. Также я хочу вам напомнить, что если у вас есть свой шмот, и вам его тупо некуда девать, вы можете продать этот шмот в этой группе. Ну а сейчас я хочу подарить вот такой набор очень вкусных, сладких подарков. И, короче, чуваки, так как большая елка сейчас занята, и там проводятся какие-то дурацкие конкурсы, мешают, так сказать, мне снимать видео новогодние. Хочу вместе с вами подвести итоги уходящего года, но это не все подарки, что я приготовил. Также я приготовил подарок моему любимому оператору Хохлу Бодреевичу. На счет три откроешь. Давай. Раз. Два. Я подглядываю. Три. Это вообще универсальный подарок. Можете дарить ему всем. Бля, знаешь, когда я его выпью, короче? Когда я буду снимать новогоднее поздравление у себя дома, короче. Я специально скажу, вот я Лестерос подарил подарок, я его ем. Давай. Я его сохраню. Коллаборацию. Коллаборацию, да. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ждите новогоднее поздравление от меня, Хохол Андреевич. За этот год качество моих секонд-хенд патрулей значительно поднялось. Сейчас я вам покажу, как выглядел первый патруль. Как выглядел один из последних патрулей? Кровавый спорт, кровавый спорт. Жгу до этона, курю сорт, мой финиш мор. Кровавый спорт, кровавый спорт, кровавый спорт. Помимо всего этого, я купил новую камеру, на которой сейчас снимаю это видео. Хочу поблагодарить вас за то, что вы меня смотрите. Вместе с вами мы посмотрели 15 секонд-хенд патрулей. Мы побывали 29 раз в секонд-хендах. Это очень круто. Помимо всего этого, я изменил свою внешность целых 3 раза. Я покрасился в черный. Потом заплел себе дреды. Потом снова ходил с черным цветом, потом покрасился в розовый, и до сих пор я хожу сейчас с розовыми волосами. Если бы у меня вас не было, моих дорогих подписчиков, я бы даже не покрасился никогда в жизни и, типа, вел бы обычную скучную жизнь. Также вместе с вами мы побывали в клипе, засняли клип. Также вместе с вами мы слетали в Крым. Это было замечательной поездкой. В Крыму мы провели 2 недели. Это было круто. Я не умер и надеюсь, в следующем тоже не умру. Короче, в новом году ждите больше влогов, ждите больше патрулей, ждите больше контента, потому что в следующем году я надеюсь, что мы Хохлу Бодреевичу будем снимать всякого рода клипы, участвовать в них и будем двигаться немного в музыкальном направлении. Моя гирлянда опять упала. Передай привет Настюхе. В
В новом году мы соберемся одной большой тусовкой и уедем. И уедем отдыхать только уже не за границу, а в какой-нибудь наркотический трип. Будет здорово. Я хочу вам пожелать в новом году счастья, добра, позитива, удачи побольше, денег, всех благ, добра, еще раз добра и еще раз добра. Занимайтесь побольше саморазвитием и отдохните с кайфом на этот Новый год. Я надеюсь, проведу этот Новый год в отрезвителе под наркотическим или алкогольным опьянением. Будет здорово, ведь как ты Новый год встретишь, так его и проведешь. На мою фан-встречу никто не пришел. Я собирался, заготовил загадки, конфеты, призы. Я ходил по топлю 30 минут, но никто не пришел на мою фан-встречу. В комментариях мне писали больше 20 человек, что они придут. Пожалуйста, не обманывайте меня больше так. Сейчас очень-очень сильно расстроилась. Девочка, держи подарок. Смотри, тут сникерс. Ну, держи подарок. Блять, хочешь другой подарок? На, держи подарок. Держи подарок. Возьми подарок. Возьмите, возьмите, нормально. Возьми. Мы подарок. Не отравили его, ничего. Я в него только плюнул. Чуваки, держите подарок. Держите подарок. Бля, братва, ловите, держите подарки, подарок. Короче, новогодние. Да, держи подарок. Спасибо, Эдисон Кровь. Никол Холон Рейч. Спасибо, Владислав Кросс. Давайте, пацаны. Отлично, у вас? Держите, вот это вот карточка, это семья. И маме отдельно за первый раз, когда вы сертификат в магазин Салфай. Остался 2000 рублей. Последний так, подарок. Отлично. Я хочу найти какого-нибудь человека, который сразу такой. Вот ему точно нужен подарок. Вот он без него никто, типа вот. Вот такой вот человек мне нужен. Ищи этого человека. Ты меня понял? Да. Предлагай свои варианты. Я хочу вам дать новогодний подарок. Хочу вас поздравить с Новым годом. Я просто люблю делать добро людям. Возьмите, не пожалуйста. Переживайте, он нормальный. Это обыкновенный подарок. Только что купили. Я вот только что купил в Окее. Раздавали деткам, возьмите. И вот остался последний. Да, последний. Я просто возьмите, пожалуйста. Покушаете там с чаем. С чаем. В перерыве. Да. Все. Он честно, честно настоящий, слово, посмотрите, вот даже. Только что купили в Окее. Я еще вот гирлянды купил. Одну где-то потерял. С Новым годом вас поздравляем. Да, спасибо. Просто с Новым годом. Все, до свидания. Все, до свидания. Не будьте... Честно, он вполне нормальный. Да, не будьте такими угрюмыми. До новых встреч. Подписывайтесь на меня, на Хохла Бодрича, на всех наших пацанов. Участвуйте в конкурсе в свалке и выигрывайте шапку. До скорых встреч. За примату прогну, как примадону Максон. Кто тут в форме, тот стой. Ядовитый клон, да напряги тупов дом. Выдавив колени, мы танцуем фокстрот. Не пытайся выкинуть меня в гудло, блок, блок. Ведь я модифицированный как ход, вот. Ведь слышь, такой тупой, что пытался задуть торт. А при выходе в раз ноль, ты забил себе хуй в рот.